Дорогие друзья, всем привет! У нас зима продолжается. Смотрите, какая картинка. Вчера был дождь, ночью, утром гололед. Можно на коньках было кататься по проезжей части, а сегодня снег. Красиво очень. Сегодня 0 градусов. Я сейчас выходила, посмотрела. У меня на градуснике 0. Все опять припорошило, красиво. Ой, опять собака большая бежит. Аська, иди-ка ко мне на ручки. Иди сюда. Пройдет она. Ася, собака пробежала, Аська только возмущалась. У меня раз Аська гавкнула в лифте, а мы ехали, мы с Аськой и папа с ребенком, и Аська гавкнула, ребенок заплакал. Папа как попёр, что у вас с собакой, что она гавкает. Я говорю, да это маленькая собачка гавкнула, а если большая на улице гавкнет? А, сиди. Как так, ребенок заплакал, собака сразу виновата стала. Вообще умрешь, чудные люди. Вот так на улице, вот такая вот, что пробежала, гавкнет. Ребенка что, разрыв сердца будет, что ли? Дитё не знает, что собаки гавкают. А тем более это он. Прощал его. Даже не хочется камеру отключать. Очень красиво. Ой, снег прям. И в глаз, и в нос, и в рот. А все это залетает. Красиво вообще, гляньте, картинка. Так, ну а я сейчас Аську заведу домой, пойду работать. 2 дня я не работала, но я снимала видео. В пятницу и субботу меня не было. Давление мучило, голова сильно болела. Ну что, а увидимся с вами вечером после работы. А я уже дома, и сегодня у меня будут щи. Гляньте, сколько ребрышек поставила вариться. Так, капуста, помидоры. Сейчас почищу морковку, лучок и картофель. И еще хочу сделать винегрет, а оливье. Хоть я его делала неделю назад, я его очень люблю. И сейчас поставлю вариться овощи, яйца и грудку на оливье. Так, на щи у меня все готово. Картофель, капуста уже порезана. Морковка, лучок, помидор. Ребрышки уже закипают. Здесь у меня яйца, морковка, картофель и грудка. Не влазит немного в кастрюлю. Сейчас она начнет оттаивать на морозовой. Я ее разрежу пополам. Это вот на салатик, а это бочек. А я хочу вам показать свои кустики гранат. Они на балконе у меня стоят. Вот это вот, что с Таджикистана привозили. Смотрите, хоть были и морозы, но они живые. Вот этот вот кустик и вот этот вот куст. Так вот вам. Видите, листочки. Все живое осталось. Вот это вот алоэ, вот от пальмы новый листочек распускается. Это алоэ вера, это я из Турции привозила маленький отросточек. Гляньте, уже какое стало. Вот даже новенький дало там.
такое прям мощное. Так, а еще вот третий куст у меня. Граната. Ну, я его как посадила. Он у меня, в принципе, и не... Это, не давал никаких побегов, ни листочков, ничего. Но я его не выбрасываю. Может быть, весной. Так, а это хурма. Хурма живенькая. Вот она прям такое эластичное, живое. Надеюсь, сейчас весной появятся листики. И вот это деревце сохранится. Вот насчет вот, это, вот этого граната, не знаю. Ой, букетик. У меня еще даже верба стоит с того года. Пальмочки. Еще вот такая вот пальма у меня. Большущая. Потом на пол поставлю. А я сегодня заходила в антикварный магазин. Показывала... Ой, сейчас залезла на диван. Показывала вот эти вот игрушки. Это СССРовские. Вот, и сказала, что у меня есть два енота. Показала фотки. Вот эти, вот такой мишка у них есть. Их много там. Такой тоже есть. Часы они не берут, заберут вот этого енота, сказали, и вот этого. Но здесь, видите, лапки отколоты. Этого сказали за 500, заберут этого за 1000. Вот завтра отнесу. Кто-то любит, может быть, мелкие вот эти вот игрушки всякие собирать. Я не люблю эти пылесосы. Они собирают пыль. Надо постоянно протирать. Что вот рубль 75 раньше стоил такой енотик. Так, и вот этого забираю. Завтра отнесу. Ну что, все дела поделала, совсем управилась. Вот такой вот салатик получился. Очень вкусный. Уже попробовала. И вот такие вот щи. Наваристые, хорошие. Жидкое. Первое я варю раз в 3 дня. А то, что второе, на второе практически каждый день. Ну что, на этом буду заканчивать свой влог. Увидимся с вами в следующем. Всем мира и добра. Всех целую, обнимаю. Пишите комментарии, ставьте лайки. И всем пока-пока.